Всех приветствую на канале 18 соток. Сегодня расскажу вам о сорте острого перца, который называется de Arbol Chili. Название de Arbol происходит от испанского слова «древовидный». В Мексике этот сорт также называют «птичий клюв» или «крысиный хвост», потому что его стручки, они изогнуты около 7 сантиметров в длину и где-то сантиметр в диаметре. Незрелые плоды зеленого цвета и краснеют по мере созревания до красного естественного цвета. Этот сорт сушат, и в сушеном виде он сохраняет ярко-красный цвет стручка. Этот перец очень жгучий, также ароматный сильно. Применяют его в экстремально острых соусах или острых блюдах, придавая этим блюдам терпкий травяной привкус с кислинкой и дымком. Созревает этот сорт около 75-80 дней. Высоту куст достигает метра 20. Очень урожайный, перца на кусту очень много. Вот так выглядит зрелый плод этого сорта. И вот так вот он выглядит в разрезе. По шкале Сковила острота этого перца достигает от 15 до 30 тысяч единиц. Все зависит от того, в какой степени зрелости употребляется этот перец. Этот перец очень выгодно использовать также в консервации. Одной такой перчины хватит сделать острыми несколько банок томатов или огурцов. Ну и также для любителей сильно острого, это одна перчина может сделать супер острым любое блюдо. На этом обзор этого перца я заканчиваю. Заходите на мой канал, подписывайтесь, буду знакомить с другими сортами острого перца.